Всем привет, с вами Макс Риск и игра Edu Waves. Ну, как вы знаете, недавно обновление вышло. Я уже записал данный ролик по данной теме. Поэтому мы повторно, возможно, я тут что-то пропустил, мы там поиграем пару раз, типа того геймплей. Кстати, я хочу вам кое-что рассказать, что есть такая группа, я думаю, в Discord. Edu Waves, VK Edu Waves, YouTube Edu Waves, в общем, они эти вот игры в соцсетях. Типа это вот там тоже они бывают. Так что там тоже есть что-то интересное. Я тем более в Дискорде могу там пообщаться. Там некоторые даже выкладывают что-то интересное, можете потом посмотреть контент. И также в ВК группе там Edu Waves. Да, мы сначала так сделаем. Или сразу битву начнем. Но все же нужно начинать битву, чтобы прокачиваться. Вообще, мне интересно, до скольки вообще максимум я могу прокачать данных персонажей. То чувство, что реально вышло новое обновление, меня чуть-чуть изменено. Наверное, да, чем нет. Так, давайте тогда качнем это все. Прокачать. 9 часов нормально накидаем. Так, давай заберем. Да, спасибо. Нужно, конечно, каждый день заходить, чтобы получать, друзья, эти награды и также улучшать войска. Я уже данный ролик делал по теме какого героя, какого вождя выбрать. Я тут острозубый охотник. Он только на мутантов нападает, поэтому я иду нападать на мутантов чаще всего. А вот кто войска, это скорее всего это зеленая фракция. За зеленую сторону. Все же тоже прикольная фракция. Также что-то есть еще новенькое. Все, давайте исследуем это все. Типа того для начинающих. Опа, ну давай тогда. Время реакции. 13 минут. Сойдет. Одна батарейка. Тем более столько. Так, давайте менять. Можно тоже прокачивать. Ну и нужно это все прокачивать. Ну, вот, когда будет время, то я бы хотел прокачать данных призывов козырам. Как-то они сражаются. Да, они все просто сражаются. Потом посмотрим, чем он там занят. На дуэли мастеров, это что потом открыть на персонаж, на универсальный ускорение, один час 50 тысяч еды, лучше вырезан. У нас приходится сами приглашать. Приходите сами, приглашайте. Ходите сами и приумножайте ресурсы. Первая публикация 5x. Пригласите. Получите персональный код, приглашение и забирайте награды. Вау. Список приглашений. Проверьте, кого вы пригласили. Приглашайте больше обезьян, получайте больше наград. Вау, круто. Идет 15 дней. Это уже напрягает. Нужно успеть. Знаете, я, наверное, скрин сделаю. Это мой код, друзья, можете как-то вписать и вступать. Если кто может. Будем рекламировать. Ну, значит, у нас есть кнопочка поделиться. Первая публикация 5x стоит. Или это нам бонус. А ну-ка включим. Поделись. Давай в Facebook. Что? Я же поделился. Вот, грузится. А, авторизоваться. Я же только на пока. Ладно. Значит, смотрите мой код. Как его вписать? Поделиться. Ах, ладно, нужно зарегистрироваться. Скопировать и публиковать. Во, скопировано. Отлично. Код задач.
Можно поделиться один раз. Поделиться 5 раундов. Так, окей, я поделюсь. Успеть прихватить столько игроков. Один, потом два, потом три. Прагма ключам. Забрать. Крути, а что-то новое. Забрать за то, что мы прокачали 13 уровень. Получите совет уровня 15 для награды. И сразу именно там. Подпишись. Ну, вот, подписан. Ну что, у меня тут скопировано. Сейчас можно в угол зайти и рассказать всем. Я прямо покажу, как это будет все. Рассказывать. Публиковать. Кто там хоть хочет узнать. Ну что, все войска готовы к битве? 24. Еще на них нужно. Тем более, так ресурс. Вау, что нового, смотрите. Реально стал мультик. Мультяшный. Оу, это обнова. А ну-ка покажите. Они такие миленькие стали. Реально, а ну-ка. Уходите. Оу. Реально они стали реалистичны. А ну-ка, герои так же сама. Вау, новая анимация. Окей, окей. Так, ну что, я обещаю порекламировать на одном канале. И показать. Сенсей. Так, ладно. Ну все, все, класс, класс. Так, только я нужно сейчас... зайти. Вау, то что новое, подпишись на один. Данный канал порекомендоваться. Поддержать данный автора. Ну все, 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 захожу. И покажу вам точно. Да, так, так, следите за мной. Сейчас. И вот он. Вот, значит, официальный канал Max Risk. Давайте тогда прорекламируем. Вот ссылочка. Теперь мы, друзья, должны пойти, ну-ка перейти. Когда мы приходим, что получается? Вот, значит, фонгинс скачать. Скотч, чтобы присоединиться. И вот. Вот данных. Это, конечно, хорошо, что так сделали. Ну, хотя, чтобы это бесконечно, чтобы приглашение было от меня, да? Он даже Макс Риск написан. А ну-ка. Где там приглашаю вас, приглашаю вас поиграть в новую игру, новую игру, вот так вот. Ну почему нет, все отправить, отправляем. Также тут у нас задачки. Можете посмотреть. Что я нашел код, давайте покажу вам. Так, сюда вот. Так, 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 зин-зин-зин-заком. Там сюда. Также будет вторая часть. Я пока что в Дискорде, они там мотивируют. Монетизируют. Если они выложат, то, друзья, я скоро буду публиковать. Так, прячемся. Все. Теперь будет приглашение прямо во время записи. Ну, наверное, хоть даже вот один чувачок будет поделиться. Так, поделился. 5x. А чё, 5x уже убрали?
Так уж лучше поделать. А что мне делать так, чтобы не пускать эту ошибку? Авторизоваться в Фейсбуке и подписывайтесь на меня в Фейсбуке. Я в том интересуюсь, получать буду 5. Если буду в будущем так делать, это будет очень классно. Так, как насчет собрать еще пару еды? Пищи, точнее. Чем просто убивать обезьян? Не, просто убивать обезьян тоже весело, да? Будем убивать. Не так уж и много, собственно. Не так уж и много. Так, загрузка пищи, нормально. Все. Сбитый, что-то понятно, избитость. Непонятность. Что там у нас? Время про реакции. Да, там хай будет. Бить с полотном, тут пишется, давайте сделаем. И отправим их вот куда-то. Так, давай выходи. Там уже не сюда вот. На железо. Мне тоже нужно железо 5, надеюсь. Ладно, 4. 3. Вот, тройку нашли. Почему тройка? Потому что там у меня побольше будет, как я понимаю. Поднимаем, но нужно войска к битве. Вот, сойдет. Я так думаю. Так, хотел воевать пошли. Вот двадцатки сойдет. Пару армий мы просто выкинули, но чтобы они там хоть куда-то. Равные силы, кстати. Ладно, равные силы, дети, бой. У нас тут бой, кстати. Где он босс? Вот он босс. Ой-ой-ой, сори-сори. Эй, куда убиваете наш? Все, домой давайте. Так, подарки собираем. Кстати, тут можно что-то использовать. Например, какие-то предметы. Вот, получите собрать. У нас тут, конечно, предметы. Выполнил задание, что получаете фрагменты ключей и обменить их на ценные награды. Набор из 5 батареек, здоровье, видите, правда? Ну да. Это понятно, слушайте, какой-то. Дает вам 50 тысяч еды. Вкуснет. Нам нужно не да. Ну так уж и много, ну. Почему бы нет? Может, так, что выбираем, что важно. Выбираем урон, урон. Каравон, это, кстати, еще прикольный. Не будет. Теперь нажимаем караван клана. Перевозка.
Там, кстати, слышал. Интересненько. А, это больше. Так, а это 50. 6 тысяч. Что еще? Один рыбы, кстати. Нервок. Первый пошел. Идет. Прикрыть. Как насчет приглашения? Я могу пригласить. И никого не ладно. Ха. Пожертвовать точно. Итак, почему там есть? Пожертвовать. Полезно. Господи-ка. И диска. Ну, классный диск. Еще. Нас нападают. Ой, они стали реально быстрыми. Ну, это классно, классно. Мы движемся вперед. Давай, не бьется. Внимание. Вот сразу, у меня несколько... Там, у него. Уходился. Кого-то перелевал. О, май гад. Класс. Это забрал Максимус, хочу поблагодарить вас за сопровождение каравана, а? Окей. Каравана это то, что мы сейчас возим. Прям не знаю. Итак, что там? Привезли это все на букву S плюс. Ничего не потеряли. Урон, урон достанем. Вот, не знаю. Потом еще раз. Помощь, помощь. Ой-ой-ой. Войска. Так, это. Ой. Итак, подкрепление.
Чтоб прям ничего не развить, надо было больше что-то. Васька. Мощь героя. Сильно ничего не делать на пора. Так, что там у нас? Может там битва? Смотрите. Ну ладно, где-то. Через пару мест тоже войска падают и растут. Вот и новое. Вот так. А я на базе буду. Я кого-то механик. Угу. Механик буду ресурсы тратим. Как непонятно, 500к. Минус 10%. Это что значит? 120. Это минус 20%. Что значит? Применить. Почему я так делаю, чтобы сэкономить? Да, сэкономить. Покупить. Я буду тут все покупать, почему бы нет? Чтобы было больше шансов. Угу. На 8 часов. А тут, наверное, дороговатенько. Поэтому мы перейдем здесь. Ой, сразу 500 тысяч. А, ну окей. Я так сразу купить начал. Ну все, начал так начал. Можно тратить. Так, это все покупаем. Возможно, в будущем это понадобится, конечно, понадобится. Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин, давай. Не хочу все терять сразу. Ой, как? Почему это быстро? Ладно, это нормально. Так, ну что тут, с каким классом? Д, Э, Б, А, С, С плюсом. Отлично. Красавчик, давайте еще раз. А я буду автомехаником, а? Улучшение, что значит улучшить? Что значит улучшить? Кого там улучшить? Уколчик? Убавить разведку. Это, кстати, что-то. Ага, увеличить это все дело. Давайте. Это очень классно. Спасибо. Уколчики. Хоп. И все. Заберем. Давайте еще раз. Все-таки им понравилось. Перевеска. 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 Нормально. Так вот. Громила второго уровня. Не, а, я эти не дам громил. Я хочу дать другому громилу, он просто тащит. Все, первый пошел. Второй еще пойдет. Стащил сопровождение. Как по мне, он любит громил. Вот именно, отправляем. Подкрепление мы еще брем. Все, они собрали уран. Потом кто возвращается? Домой? Ну. Только не домой. Что это такое? А, вот куда, понятно. Ну ладно, думаю, друзья, хватит. Всего
Стоп-играть. А, блин, тут, наверное, чинит, слушайте, реально, чинит. Ладно, сейчас, ой, вообще безумие происходит в этом мире. Сейчас нужно перезайти. Я хочу узнать, тут изменилось на нашем старом сервере карту. Пацаны, давайте 3-4. А там вот интересно. Прям такой размытик. Итак, давай заходим, посмотрим. И сразу что-то новое включим. Почему бы и не ошибаться? Да, реально, что новое? Возвращение. Реально, что новое, давай, слушайте. Офигеть, а что если я еще обновление включу? Офигеть, какие-то бункеры. Неужели в разных серверах что-то разное? Офигенно. Мы прям постарались, нужно тоже стараться. Больше роликов, больше рекламы данной игре на наших других каналах. Ну и себе тоже. Офигеть, да. Что еще могу построить? Давай еще. Лабораторию, да. Базу давай. За 5 секунд, а? Красиво тут защита как вот красиво еще. Что тут еще может быть лучше? Даже аптечка украсенная. Так, воинов забираем. Забираем это все. Может быть потом буду в будущем играть, кто знает. И давайте сейчас я перезайду, возможно, в новом севере. Что-то еще будет новое, чтобы я просто вам просто кучу геймплея показывал, чтобы вы обо всем знали. Поэтому, друзья, сейчас 40 баллов, вы прикалывайтесь. Офигеть, я буду клацать. Эх, ладно, в следующей серии. Так, ух ты, талант. Блин, мастерский талант. Ага, талант. Спасибо, спасибо, я понял. Я помню, что это кача, учите атаку, вот сюда еще потом. Ладно уже, по единичке нужно. Мы читали. У вас там что-то новое написано. Ага, придется заново читать. Ладно, я не против. Лабиринт. Ваше лезо покачал. За 5 секунд, офигеть. За 5 секунд качать не надо. 70 это блин, по-моему. Исследовать зону тумана. Вот как вообще исследовать зону тумана? Я же вообще не исследовал. По-моему. Сейчас. А, вот как. Если мы хотим добраться до Великого Банана в небеса, мы должны помочь нашему клану запустить ракету. Смотрим на старую площадку, она находится в центре. Ясно. Это все-таки зеленые, что не офигели? Ясно, вот. Че так много тут? 6. Тихо, подождите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Я понял. Я уже тут играл по себе. Нас окружили. Телепорт, переводчик. Ну и я бой, переводчик. С китайского, по-моему. Ладно, вот красиво вообще, все шикарно. 10 минут. Нужно перезайти посмотреть там и закончить ролик. Доказательством тому, что да, тут куча обновлений, ебой, и посмотрим. Полный, многолюдный и обычный. Есть хоть что-то? Нет, только все обычные. Ладно, новости. Говорят, что бессмысленно, но я скажу, есть смысл. Я же ютубер, я должен контент показывать. Даже если я не прокачанный хоть как-то. Ну еще покажу, что новое. Гайды мы уже делали с вами. Вот еще один гайд. Вот это вот баннер я могу вообще даже скачать. Земли 2036 последние войска закончили фейсферком. Мы расстался в различных и выживание только обезьяны. Мир остался один брошенный в пустыне облака без манов. Что такое? Это было. 6 из сильнейших обезьян встретили в главе его города и начали эру обезьян. Прикольно, обезьянка. Они подняли землю, им
становится только один путь вверх, наверх. Прошло время добраться до бананов небеса. В космосе обезьяны ракета готова к плану рвануть бой. Пора начинать космическую гонку. Интерспейс. У меня рекомендация на банана. Ладно, ученый. Я возьму ученого, потому что я должен все брать. Возможно, там будет новый персонаж. О каком-то мы не знали. Так, кстати, на привычке ты мне еще не показывался. Показать на привычке. Ну, прям два лица показать. Ну это все. Но основное там такое. Не, ну морку. Самый класс привычка. Бам-бам-бам-бам. Зеленая, я как-то не хочу с ним упасть. Вот тебе покажу, чтобы все знали. Ну тут сюда еще нового добавили. Кто его знает, не предупреждают, так что нужно и самому искать. Смерть малыш. Стрелки смерть малыш. Бом-бом-бом. Я помню, что она была еще маленькая. До того, как она выросла. Я смотрю там мультик про нее. Да, там даже есть мультики. Хотя я не знаю, ты вроде бы новый. Ты не в первой серии был, не в первом сезоне, а вроде бы даже, может быть, в четвертом, третьем сезоне. В первом сезоне, я помню, были именно... Она маленькая была. О, Капитан Эрик вообще в конце был. В конце именно. Механики, скорее всего, вытроем. Потом уже добавлен и добавлен. Берем механика. Вступить клан на диске. Это очень классно, диски. О, прям шикарно. А, добро пожаловать, мастера механика. Это все очередная наука твоих распоряжений. Это что, новый текст? Научись, открытие никогда не прекращается. Запускай эту ракету, также информированная, принесет нам новых заданий. Тогда в Руси. Ё-моё, что-то новое добавили. Что? Не, ну это, конечно, классно, что-то новое. Фоточку такую вот. Чрезвычайная ситуация, нам нужно больше урана для ракеты. Дайте мне сфоткать вас. Реально, я Facebook вас в Instagram выложил. Не знаю зачем. Реально вас таким никогда не видел. Офигенно. Удивляют разработчики. Поэтому нужно держать камеру на подготове. Всегда. Ну ладно, давайте я тоже скорее сделаем. Ну, почему нет? Как странно, наверняка ошибка в расчетах. Похоже, мы должны найти больше урана. Ну да, механик. Да. И, кстати, ты еще был у меня там в играх. Найти лабиринт. Я тебе потом, может быть, что добавлю? Только нужно тебе вырезать. Не, сомневайтесь, что ты умный примат. Что, блин? Но для поиска урана тебе понадобится помощник. Конечно, помощник. Давай. Поход. Ой, какой быстрый, слушайте. Блин, такой геймплей. Какой быстрый. Ой-ой-ой, прям большинство играют. Офигенно, как будто Мансуно. Реально Мансуно. Вертится все. Кольцо, как их там называют. Мансуно. Очень хорошо, примат. Блин, какой примат. Обычно я так не делаю, но сегодня позвал тебе нажать на кнопочку записи на нашей ракеты. Нажимаем. Класс, вообще класс. Там звездочка еще была. Там еще сцепляется что-то. Вау, это такой не было, кстати. Ракета должна быть вот такая вот. Ну да, такая была, да, такое было. Падало, такое тоже было. Такое тоже было. Это новое есть. Какого банана? Что случилось с нашей ракетой? Мы должны найти ее, постараюсь починить. Вау, вроде краться. Мне пора, я собираюсь поисковых отряд. Оставляю город в твоем обезьяну руках. Удачи. То есть ты ушел? Эй, йоу. О, ты еще новый, блин. А дайте мне такие на превьюшки. Реально, новая поза. Не волнуйся, я знаю, что вы у нас недавно. Я Роджер. Знаете, Роджер. Ты еще администратор или модератор. Ваш помощник, я помогу вам найти ракету. Спасибо. Ну такое я знаю, да, фотку делать.
Ракета разбилась в области укрытия тумана. Если мы отправим туда, то мы найдем дороги обратно. К счастью, наши обезьяны-разведчики могут исследовать область и разведать туман. Но сначала нужно построить разведстанцию, где они будут базироваться. Так что еще маленько. Вроде все обычно. О май гад, давайте я тоже скрин сделал. Вроде бы я не помню. Не, был такого. Это новая поза. Что мне делать вас? Найти шеф. Сундуки с сокровищами взял мутан, можно самок. Ох ты, одного поза. Не слушайте, это дурня. Просто отправь его в Туманск искать нашу ракету. Давай, что нашу ракету? Фотку сделай еще одну. А, блин, ну что ж такое? Так, это фотку я уже делал. Идем на пороге. Так, давай уже. Ищи. Радио что-то тоже новое. А, тоже делаю будущий скрин. Я нашел тут какие-то металлоломы. Вот тоже эту новость. Чего нового позы не дают мне скачать? Похоже, наш обезьяна-разведчик обнаружил. Да, я уже читал. Да еще раз, блин. Это же, ну, что-то раз, по-моему. Давай. Сейчас безопасно, потом уже будет обезьяна там. Без проблем тоже скрин сделал, то как-то. Поудаляю не старые скрины, потому что застарелась память. Нужно сделать обратно скрины, когда будет время, тогда делать прививку. О май гад, такое я помню. Давай туда отправляемся. Раньше такой огонь не было, как я помню. Вроде как можно старый посмотреть. Я вот там не был такой огонь. О, какие они быстрые стали, реально. Пушистые. Блин, нужно было скрин сделать точно. У него нет мутанта со скрином. Так, ну я тебя вроде помню, что их заешь там. Зубами. Жаль, что привычки к тебе нету. Кто на борду? Так, давай создаем отряд. Именно лидера отряда в арену, да? Потом уже казармы. Он прям будет красивый. Давай. Какой персонаж убийца, как думаете? Нарвак? Или новый? У меня новый персонаж! Ну я его знаю, кстати. Это Куртоби, один из наших лучших героев. А там Мервок был. Раньше с этих Мервоков, теперь уже по-разному, чтобы было разнообразие. Классно, он теперь пушистый. Ой, какой быстрый, слушай. Да, это классно. Теперь у меня это вот. Куртоби. Нормально. О май гад, красиво, блин, дай на прыжку. Реально такой. Обезьян мутант это, по-моему, часть обеспеченных войска. И я верну нашу ракету. Нужно всех прям попробовать, чтобы был обзор, обзор на игру. Вот это нужно сделать. То реально тут некоторые крыси так увеличишь, друзья, чтобы было не было черного экрана, там очень красиво. Берите, давай. Может быть там еще что-то новое? Ну, вроде бы это обычное. Вроде тоже обычная. Там как-то есть. Там как. Ну что ж такое? Ну ладно, красный. Значит, нужно брать красного. Ой, ё-моё, какая красивая, блин. На приюшку тебя. Как будто реально с 3D. Стоп, а где твои глаза? А, ладно. Скоро будет еще обновление, будут еще новые скины. Нужно успеть, друзья, записать кучу роликов и по этой теме, по обзору. Потому что больше ты не будет, а доказательства нужны. Конечно, скоро обезьян-мутанты могут уничтожить нашу ракету в любой момент. Ну, конечно, могут. Поэтому бью вам за ракеты. Так, там сейчас скучно. Опа-на, они уже там идут. Раньше они стояли, как я помню. А теперь они идут. Снова такое лицо, да, помню лицо. Ой, какие пони, еще быстрее стали. Офигеть. О, вот это скримин, спасибо. Там вот еще большая орда. Нападем. Там будет большая орда. Такая вот. О, тоже будет его красивый. Ну, сделаем. На будущее. Маленький красивый. Индия.
помахать тоже будет скрин. Куча скринов и куча заебать. Ой, что такое было? О, орда уже. Вот тут будет орда. Тут ничего нового. Не, ну только обезьяны изменились. Опа, на сайтика у нас. Сердце взял. Вау, шикарно все. Зубы снова. Я на картинке смотрю, дальше я там видео. Что было такое быстро? Неужели из будущего такое отключить телепорт на 2026 год? Прям к концу города. Ну что, все уже. Можно еще длинный рой там показать вам реально больше. Так скажем, на к северу. 232. Я хочу там изменить нового персонажа. Все прям в новой серии сделать, почему бы нет. А, я понял, мне не получится. Блин. А реально не получится. Что делать? А вот кто? Алло, что происходит? Блин. Я так не договаривался, алло. 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 Офигеть, такого тоже не было, кстати. Не было. И квадратиков, слушайте. Что значит квадратики? Что там цена? Ладно, всем удачи и пока. Все не повезло мне. Пока.